Представьте себе, впервые наши герои потеряли все. Мы здесь не умрем, давай. Танос пробился, и половина населения Вселенной просто исчезла. Все делают все возможное, чтобы держать голову над водой, но так выглядят побежденные. Мы проиграли, и мы не привыкли проигрывать. Люди продолжают бороться с этим. Наташа немного пострадала после того, через что ей пришлось пройти. Они действительно уничтожили нас не только буквально, но морально и эмоционально. Другого выхода нет. Реакция фанатов на «Войну бесконечности», когда половина их любимых персонажей превратились в пыль, действительно свидетельствует о том, насколько эмоционально связан мир с этими персонажами. Я не хочу умереть, я не хочу. Дело в том, что людям легче отступить после поражения. И это здорово, что Марвел делает так, что все ищут надежды. Это последняя игра. Я знаю, мы говорили больше никаких сюрпризов, но я правда надеюсь, что этот раз будет последним. Она мне нравится. Мы потеряли всех их. Мы потеряли друзей. Мы потеряли семью. Сегодня у нас есть шанс все вернуть. Мы вернем. Мы сделаем все возможное и все, что нужно. Если вам понравилась данная озвучка, подписывайтесь на канал и поставьте лайк.